к тому, что она вот в таком вот сумрачном состоянии наблюдает свои оценки. Инна Жукова, по крайней мере, после окончания выступления никогда такой мрачный не выглядит. Она вообще очень жизнерадостный человечек. Ну и побольше бы ей поводов радоваться жизни. Красивая, молодая, очень хорошо учится. У нее образование всегда было на первом месте. Родители ее всегда были за образование. Говорит, спорт спортом. Ты там, говорит, может быть, хоть трижды чемпионка, но для нас самое главное, чтобы ты училась хорошо. Потом в Беларуси она кумир и очень известный человек. Да и в мире тоже. Маленькие ошибки, это какой-то кошмар, конечно. Она снимает за них по максимуму, как говорится. Увы, не такая уж и маленькая ошибочка. Все-таки предмет оказался на полу. Слава богу, что не на элементе она потеряла. Если бы на элементе, еще бы не засчитали элемент.